Техническом университете имени Калашникова состоялся очередной осенний форум студентов, аспирантов и магистрантов. Результатом его работы стало принятие резолюции, определившей работу направлений и объединений органов студенческого самоуправления на следующий семестр. По подсчетам проректора по внеучебной и социальной работе со студентами, это уже 36-й форум университетских парламентариев. Мне нравится, что год от года те решения, которые вы принимаете, носят все более конструктивный характер. Они с каждым годом все более конструктивными становясь, позволяют вместе с администрацией решать многие животрепещущие вопросы вашего жития в нашем вузе. И обучавшиеся, и представители администрации вуза отметили, что результативность работы студенческого парламента возрастает из года в год. Так, например, до 65% возросло количество студентов, получающих стипендию, значительно увеличилось количество победителей региональных и всероссийских олимпиад, научных выставок и конкурсов. Я уже 5 лет хожу на этот форум, и надо сказать, он все время совершенствуется в своем формате, он становится более прагматичен, более целеустремленный и налицо, откровенно говоря, результаты. Я как проректор по учебной работе могу констатировать, что за последний год сократилось количество неуспевающих. После пленарного заседания делегаты факультетов, институтов и объединений заслушали подробные отчеты председателей и руководителей направлений и объединений о проделанной работе за прошедший семестр. Далее состоялась работа по секциям, в которой приняли участие представители администрации вуза, деканы факультетов и руководители управлений. По итогам работы каждой секции были приняты резолюции.